Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня грильяжный тортик из готовых вафельных коржей. В кастрюлю с толстым дном я положила сливочное масло, добавляю сахарный песок и мед 4 столовые ложки. На среднем огне помешиваю, довожу массу до кипения. Затем высыпаю подготовленные измельченные грецкие орехи. На небольшом огне массу провариваю в течение 7 минут. Периодически помешиваю. Затем добавлю 1,5 столовой ложки какао-порошка. Все вместе поварю еще 2 минуты. Полученной горячей массой буду смазывать коржи, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Итого у меня ушло 5 листов вафельных коржей. На верхний лист я положила доску. И теперь поставлю груз. В качестве груза использовала кастрюлю с водой. В таком виде тортик на ночь поставлю в холодильник. А затем его останется покрыть шоколадным ганашем. Для этого в темный шоколад я добавила немного молока, растопила его в микроволновке. Перемешиваю до однородности. Верх и бока торта смазываю еще горячей шоколадной глазурью. При желании бока торта можно будет посыпать крошкой от коржей. Тортик готов, и я его разрезаю на кусочки. По консистенции начинка напоминает мягкий грильяж. Она не слишком жесткая, но при этом тортик, конечно, не будет мягким, его удобнее кушать руками. Идеально подойдет к чаю или кофе, очень вкусно и простой рецепт. Если вы любите орехи, грильяж, я думаю, этот рецепт вам обязательно понравится. Мне же остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья, всего самого доброго и до новых встреч на видео.